Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать небольшой анонс по тем вещам, которые мы будем делать в ближайшее время. Но прежде чем я вам все это покажу, мне хотелось бы, конечно, сказать отдельное спасибо за ваши комментарии, за теплые слова. Спасибо большое, вы вдохновляете меня на подвиги. Итак, сейчас я занята вот таким очень большим проектом. Это у нас будет летняя туника. Она идет кружевная. Вот такая красота. И с тонкой-тонкой ниточки. Поэтому вяжу я ее долго уже и не успеваю подготовить ролик, поэтому я его анонсирую, что это будет в ближайшее время. Потом у нас есть вот такая ниточка, австралийский меринос. Пряжа просто шикарная, великолепная на ощупь. Это шерсть 95%. У нас будет такая ажурная тоже туника. Начала делать образец из различных узоров, чтобы мне, значит, делать вычисления. Помимо всего этого, имеются у нас вот такие очень красивые нитки. Цвет солнечный для детского платьица. Уже девочки у меня заказали узоры. И благодаря идеям, которыми вы делитесь, мы с вами свяжем платьице. Так, также есть, конечно же, и белая нитка. А еще у меня есть, скажем так, небольшие остатки. Вот. Что-то придумать, что-то связать новенькое и интересное для наших деток. Может, жилетки какие-то или что-то, штанишки. Что вам будет интересно? Я думаю, с вашей помощью мы придумаем, что сделать с этих ниток. Они очень красивые, очень нежные цвета. Можно соединить с белым цветом и что-то сделать, пока они ждут своей очереди. Вот это пряжа. Помимо этого будет еще одна туника. Время пока не могу определить, потому что туники, особенно таких тоненьких ниток, вяжутся очень долго. Вот. И как у меня это будет получаться, я буду вам об этом сообщать. Это самые ближайшие такие у нас планы. Если вам что-то будет интересно, то я буду очень этому рада, потому что мне всегда нравится ваше взаимодействие. Можете написать личным сообщением ВКонтакте. Я тоже этому очень рада. Стараюсь быть всегда с вами на связи и сразу отвечать на ваши вопросы. Так, и еще. Как вы знаете, я выкладываю ролики каждую среду и субботу. Но с такими большими проектами я не успеваю готовить ролики два раза в неделю. Соответственно, когда я закончу, отредактирую и уже буду выкладывать. Соответственно, это в нескольких частях, потому что получается очень много. Между такими большими крупными вещами у меня есть, значит, следующая идея. Буду выкладывать вам небольшие ролики по поводу условных обозначений. Уже не один человек просит меня об условных обозначениях, о каких-то небольших схемах, которые вы присылаете мне в личных сообщениях. Мне очень приятно ваше вот это взаимодействие, очень приятно, что вы ко мне обращаетесь. И так как это уже не первое обращение, и ваших присланных мне условных обозначений уже достаточно много, получается такой фронт работы большой. И вот я решила делать такие небольшие ролики вот с этими условными обозначениями. Потому что очень хочется, чтобы новички быстро и легко научились вязать. Потому что на самом деле вязать это не сложно вовсе. Поэтому вот у меня есть такая мысль. Надеюсь, вы меня поддержите. На этом я прощаюсь. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Обязательно всем отвечу. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Всего доброго, до новых встреч!